Едва стало казаться, что уличные гонки взяты под контроль, как тут же, прошлой ночью, толпа гонщиков нанесла ущерб собственности на $1000. Люди в панике. Что же будет дальше? Теперь всем ясно, что моя спецгруппа необходима, как никогда раньше. Такое нельзя прощать. И я обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Знаешь, так поступают те, кому очень не хватает чужого внимания. Не, это фигня. Не жалеешь? Не. Передай-ка. Она сказала, ты был хорош. Мог попасть в лигу. Почему бросил? Она не все понимает. Как и я прежде. Но есть последствия. Пострашнее потери команды. После вчерашнего странно, что она не пришла хвастаться. Ну, устала, наверное. Да. Кстати, если хочешь, кое-что предложу. Старый друг меня просто достал. Хочет увидеть тебя в деле. У него связи. Подумай, может, будет полезно. Я за. Конечно. Спасибо. Не за что. Что у нас тут? С возвращением. Садись где-нибудь и дай знать, если что нужно. Куда я денусь? Знай, что мой друг Уэйн – фанат не скорости, а техники вождения. Он уже ждет тебя в порту. Повеселись.
Эй, привет! Я оставил Лукасу сообщение, но... Ладно, погнали. Пора перестать удивляться, что Лукас не участвует. У его папаши длиннющая тень. Смекаешь, о чем я? Слыхала о Роберто Ривьере, да? Я видела в гараже угол, посвященный ему. Да, этого мужика все любили. Мистер Блеск. Всегда быстрый, всегда честный. Не срезал и не жульничал. Смотрел, как мы гоняем с Лукасом. Лукас только и мечтал стать чемпионом, как папуля. И Роберто сам сильно давил на него. Слишком сильно? Ну, на мед слетается больше мух, как моя мама говорила. Потому я и припас крутую подвеску для того из приезжих, кто меня впечатлит. Приехали. Будет весело. Давай, веди, салага. Ошибись, я за тобой! Попробуй удержаться! Эти ребята не промах!
Ладно, я впечатлен. Выиграешь еще, получишь крутую-прикрутую подвесочку.